У нас сейчас общество – это трудовое крепостничество или трудовое рабство. Кстати, на Западе вот этот модель нового вычета, она создала компанию «Маска», Тому що йому далі широке право налоговий вичити, почав просто фінансувати огромное количество наукових досліджень, і так з'явилися ці всі його ряд товарів, які призводять у корпорації. А чому я, як звичайний громадянин, коли сплатив в магазині цей ПДВ 20%, А чому я не можу пред'явити державі і попросити, а поверніть тепер мені особисто ці 20%? Хто платить налоги в Україні? Знаешь, как у Мюнхгаузена тот самый олень, у которого выросло на голове вишневое дерево. Вишневое дерево выросло на голове не у бизнеса, а у простого украинца. То есть украинец тот олень, который платит, простой украинец, который платит в государство. Но система взаимодействия технологов построена таким образом, что простой украинец не чувствует цену государства, которое он содержит. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Євгена Плінського. Дякуємо, що дивитесь авторську журналістику. Сьогодні у нас традиційно розмова з Олексієм Кущем. Сьогодні я не знаю, коли ви будете дивитись. Я думаю, що я планую це відео викласти в суботу. Тому, по-перше, поставте лайк під цим відео, тому що розмова буде реально цікаво. Можете одразу прокоментувати, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. Ну і зробіть собі там ранкову каву або чай. А, і сідайте зручніше, розмова буде традиційно дуже класно. Привіт. привіт. По-перше, я хочу тебе привітати. Yeah. Ти став легендою майже Тіктоку. У мене ніколи не було Тіктоку, я вирішив почати викладати нарізки цих розмовних ефірів, і ти реально зірка. Можна тіктока-економіка у нас. Ну так, тобто, то відео на сьогоднішній день майже 800 тисяч. Це твоє пояснення про те, як банани перевтілюються в бетон. Інші відео, там десятки тисяч переглядів, є там більше ста тисяч. Здається, 100, А ні, 350 про те, як ти пояснюєш, як будуть працювати санкції. Тому ну, я вітаю тебе з, з цим досягненням, тому що люди цікавляться навіть. достаточно таким сложным анализом и такими... может, действительно, так было через ТикТок, получается, ну, Я думаю, что, да, глядачи мают, да, мают бачить, и, и, комментарии, и, и вра, ну, вражені люди, Тим, що відбувається, це для нас. Тобою, коли ми починаємо про це говорити, наскільки ну, можна років це пояснювати? Нас на, на Ютубі зараз не закроють за, за те, що ми рекламуємо Тікток. Ні, я думаю, що точно не закриють. А, дивіться на нас, друзі, і на Ютубі, і на Тіктоці. Посилання на Тікток, на мій, а, який вже проанонсував, теж буде в посиланні. А, ну що, перейдемо вже до самої розмови. Да? А, ми коли обговорювали. З тобою про що хотілося поговорити, мені здається, що тема, яка зараз активно обговорюється в суспільстві, це економічні зміни в країні, і люди цікавляться тим, а що буде з нашою економікою, за які гроші ми будемо жити, і головне про що говорить постійно бізнес: нам потрібно знизити податки. І така історія вже а, десь вітає куларами парламентського. ну, парламенту, Кабміну, в Офісі Президента идет обговорення того, що а давайте, може, реально знизимо в країні податки для того, щоб і люди жили, і бізнес заробляв, і все було класно. Давай з цього и почнемо. Наскільки це реально? Радикально знизити в Україні податки? Ну, во-первых, нужно начать с того, кому будем снижать налоги. То есть снижать налоги бизнесу? Вот ты, как завжди, Да. Тут тебе простые, прямое вопросы. податки, <с> чинить, А дивлячись кому? А, так в, -в, в этом же, как говорится, есть по своей собака собакая да? На самом деле соль то заключается в том, кому, кому именно, кто кому именно снижать налоги, потому что у нас часто под предлогом снижения налогов налоги снижают тем плательщикам, которые вполне могли бы эти налоги платить. Потому что у них есть очень много денег, и они могут позволить себе финансировать экспертные площадки, круглые столы, заниматься прямым лоббированием. У нас, например, самое низкое налогообложение, то есть, если брать, например, крупный аграрный бизнес, он платит, наверное, самую маленькую налоговую нагрузку в стране. При этом он является самым рентабельным и одним из самых прибыльных. Потому что, ну, как бы сезонная рентабельность, ну, это мы все, все показатели, которые мы сейчас будем обсуждать, это довоенные, потому что это цифры. То есть сезонная рентабельность на уровне 50%. И плюс еще этот бизнес получает возмещение НДС. 20% это плюс к, тем, к той прибыли, которую он получает за экспорт аграрного сырья. То есть у нас каждый год государство тратило примерно 150 миллиардов гривен на возмещение НДС. Если посмотреть структуру получателей этих денег, то там примерно 90% это экспортеры сырья, а, прежде всего аграрного. А из них а, около 80% это а, порядка 40-50 крупнейших корпораций. То есть это не малый бизнес, не, не средний бизнес, это не, не средние руки фермеры. То есть это крупные корпорации. А на втором месте, ну, по, по прибыльности, может быть, даже на первом, то есть они меняются местами, это добыча природных ресурсов. Но ну, в основном это берем горно-обогатительные комбинаты, железная руда. До войны, вот если посмотришь динамику котировок, там цены на железную руду доходили до 200 долларов за тонну. 200 долларов за тонну, при том, что у нас 40 миллионов тонн примерно как бы, добывалось железной руды. То есть можешь посчитать, ну, суммарно это около 8 миллиардов долларов выручка. При том, что порог рентабельности, то есть это точка безубыточности, находилась примерно на цене 35-40 долларов за тонну руды. Uh, потому что у нас открытая добыча і соответственно uh, низкая себестоимость. То есть uh, из восьми мільярдов, ну це вот 6 мільярдов, 5-6 uh, карман. Uh, а, тепер... а, а про кого тоді йде мова, коли ми чуємо про те, що податки. Вот, а я ж тебе підвожу. И вот, как ты думаешь, сколько они заплатили, ну, добывающий бизнес, который добывает сырье, и его основной налог – это рента, которую он платит за добычу природных ресурсов. Как ты думаешь, сколько ренты они заплатили, вот, горно-оплатительные комбинаты, все в Украине, вот, на этом пике ценовых котировок? Ну, я уважаю, вот, вот. что сумма может идти на миллиарды долларов. Они же заплатили говорить. 2 миллиарда гривен. Гривен. гривен, да, 2 миллиарда гривен. Класс. Заработав 6 миллиардов долларов примерно, они, за, они заплатили государству 2 миллиарда гривен. Потому что у нас э, вся аренда которую платят вот все добывающие компании, которые, за все ресурсы, которые добываются в Украине, это газ, нефть, э, титан, железная руда, э, уголь и так далее, водные ресурсы, лесные ресурсы, вот абсолютно все, аренда э, составляет порядка 40 миллиардов гривен в год. То есть это по до военного курса где-то полтора миллиарда долларов. А кто же платит податки? -то? то есть это, ну вообще, представляешь, вот говорят, Украина это одна из самых богатых стран э, с точки зрения природных ресурсов в Европе. А суммарно платежи, которые получает государство, соответственно, и общество, у нас по конституции природные ресурсы, они принадлежат народу. Вот народ получает за то, что он отдал право пользования этими ресурсами, полтора миллиарда долларов в год. Ну это просто, на мой взгляд, это смешная цифра. То есть это как бы доход средней руки европейской какой-то там горной горно металлургической корпорации. Не крупнейшей, а просто средней руки. То есть колоссальные деньги просто уводятся мимо кассы, мимо бюджета. И любые попытки поднять ренту на железную руду, если ты помнишь, они всегда встречали колоссальное сопротивление. И вот, вот эта смешная попытка, которая была до войны поднять ренту, она закончилась тем, что в результате там прописали достаточно сложную формулу, в результате которой добытчики железной руды, они заплатили еще меньше ренты, чем должны были заплатить. То есть рента даже не увеличилась, а упала. А потому что они протолкнули через свои... Мы экспертные... взагалі не розуміємо механізму розрахунку цих складних платежів, як ренда, те, что ти говориш, якісь да. формули. Я пам'ятаю, колись був на заседании финансового комитета, Де обговорювалось ще за часів президентства Порошенка, правда, це було, де обговорювалося розрахун, зміни розрахунку сплати викидів парникових газів в металургійними комбінатами. І там така, така шалена дискусія, і ти, і ти просто ти не можеш розуміти ну, зрозуміти. вони намагаються давайте міряти в килограммах давайте міряти в літрах, давайте там в тоннах викиди і навіть серед народних депутатів було мало розуміння того як потрібно рахувати за для того щоб це були реальні. А это это все делается для того чтобы просто запутать эту систему вместо четких правильных налогов Ну например система налогов Сингапура вот ее простота заключается в том что там по-моему, 4 или 5 есть фиксированных налогов, ну, четко, которые имеют очень четкие механизмы их начисления. И все, больше никаких налогов нет. Вот там 4 или 5 налогов поставили, бизнес платит, но зато очень жесткая налоговая дисциплина. То есть простота есть, но есть при этом ответственность. Теперь возвращаясь, кто платит налоги в Украине. Знаешь, как у Мюнхгаузена тот самый олень, у которого выросло на голове вишневое дерево. Вот. Вишневое дерево выросло на голове не у бизнеса, а у простого украинца. То есть украинец тот олень, который платит, ну, простой украинец, который платит все в, в, в государства. Но система взимания этих налогов построена таким образом, что простой украинец не чувствует цену государства, которое он содержит. Это все, все сделано специально для того, чтобы его налоги подавать как налоги, которые платит якобы бизнес. Ну, берем, например, налоги на труд. Это а, подоходный налог, єдиний соціальний взнос і воєнний збор. Вибач, будь ласка, що переб'ю, хочу уточнити. А це правда, що приблизно 50% на, з, зі своєї заробітної платні кожна людина сплачує виглядів? 41,5%. 41%? Так, 41 41%. да, 18% подихований наук, 22% ЄСВ і 1,5% воєнний Тобто, якщо людина заробляє приблизно 10 тисяч гривень, Да, да. то считаю, он должен отдать. она заработала на справке где-то там с тысяч, да. просто 4,5 тысячи половиной гривен она видала сразу. Да, в да. У людей Да. Ну там это, это грубый подсчет. Там естественно есть так называемая социальная льгота, которая отнимается. Ну и мы вот в, в общих так ну общие цифры это 41,5%. процент. А, теперь это примерно 600 миллиардов гривен вот вот эти суммарно налоги на труд, которые перечисляются в бюджет, они являются основными налогами, то есть единый социальный взнос, он не идет в бюджет, это внебюджетный сбор, он идет в целевое в пенсионный фонд. Но подоходный налог и военный сбор, они идут в бюджет, и местные бюджеты в основном содержатся за счет подоходного налога. Если сравнить, сколько у нас платит бизнес налога на прибыль, это так называемый налог на капитал, то у нас получается, что население платит подоходного налога примерно 300 миллиардов гривен, а бизнес платит меньше 200 миллиардов гривен. То есть бизнес платит налог на прибыль меньше, чем население платит налогов со своих доходов, прямых налогов с доходов, налог на доходы. Причем, если хотите посмотреть 200 миллиардов, которые платит бизнес, то мы видим, что там в основном государственные компании и в основном компании с иностранным капиталом. То есть ну, наших финансово-промышленных групп очень, очень, очень мало платят. То есть 600 миллиардов зафиксировали. Да? А, а, а суммарно у нас собирается налогов чуть больше 1 триллиона в год. Ну, это до войны собиралось. То есть уже из этого триллиона налогов 60, ну точнее, если, если триллион, который собирает бюджет, и плюс еще пенсионный фонд, где-то порядка там полтриллиона, ну полтора триллиона возьмем, да. То есть уже 600 миллиардов времени из этих полтора триллиона уже собирает, собирает, собирается за счет населения. Теперь добавляем сюда еще налог на добавленную стоимость, который платит конечный потребитель. А конечный потребитель у нас Это обычный покупатель в магазине. Бабушка, которая идет в магазин и покупает батон за 24 гривны, она в, уже в цене этого батона платит 4 гривны НДС, который идет в этот общий, еще в общак. Еще 20%. Еще 20%, а, еще 20% и эти, эти, эти 4 гривны она дает в общак, из которого потом из этого общака, который собирается со всех украинцев, потому что НДС это общак. І сетвапщика потім ви видається возміщення НДС бізнесу. Так, почекай. Дивись, ну от я моя заробітна платня брудними грошима. Там 14 тисяч гривень. Да, ми порахували. З них 4 тисячі. Я віддаю державі вигляді податків, да. коли отримую на руки на тисяч. Це моя офіційна зарплатня. Да. Да. А, а потом, когда я эти 10 тысяч вытрачаю еще в магазине, например, я на все 10 тысяч купил себе. В официальном магазине? Да, да, да. В магазине купил себе. И коммунальные услуги. И сплатил коммунальные услуги. С этих 10 тысяч... С этих 20 процентов? Еще 2 тысяч в меня забирают. С у я забираю? То есть 14 тысяч у меня уже 8. 000. 8, 000. 8 000. Дальше идем. А, акцизы это алкоголь, это сигареты а, это тоже косвенный налог. А косвенный налог и кто платит? платит конечный потребитель. То есть, опять же, кто простой украинец. Это у меня вообще улюблена история с сигаретами. Бензин, так? бензин Вот про сигареты. У нас тютюновые корпорации, они постоянно да. говорят, мы наибольшие в Украине платники вот, податков. А если взять пачку сигарет за 70 гривен, то там выходит 14 гривен ПДВ, а где-то приблизительно 3,5 гривни местный акциз, mm -hmm. акциз А, і лишається там приблизно неподаткована податкова частина там 30 гривень. Тобто купуючи пачку сигарет, приблизно 40 гривень сплачує а, курець, який купує ці сигарети. Це його податки. А ніяк не тютюнових корпорацій, які рахують, а, що це, мовляв, вони сплачують великі податки. Да, Тось, якщо допустимо там гривень 500 п'ятсот за свої зарплати, получається від акцизів за затоплювався за сигарети, там віна купив, тобто ти ще заплатив. Тепер йдемо далі. Тось получається уже більше трильйона гривень. это собрали за счет либо косвенных налогов, это НДС акцизы, либо за счет налогов на труд с простого населения. потому что налогов всего есть четыре вида: это налог на труд, налог на капитал, налог на активы, налог на добавочную стоимость. Вот бизнес платит только два вида налогов- это налог на активы, это имущество и налог на, на капитал. это прямые налоги бизнеса. У нас почему-то совершенно неправильно, я считаю, относят налоги на труд к налогам, которые платит бизнес. Знаешь, когда там показан там, собственник крупной корпорации, финансово промышленной группы, и он говорит, я заплатил, наша компания заплатила там 100 миллионов гривен налогов в прошлом году. Когда начинаешь смотреть, 99% этих налогов это налоги на труд. То есть начислены на зарплату сотрудников. То есть это подоходный налог, единый социальный взнос, военные сборы, все. И, и, то есть это основные налоги на труд, которые он заплатил. На самом деле налог на труд это не, не бизнес платит, потому что а, человек, который нанимает наемного сотрудника, он присваивает часть его а, до, а, добавочного труда. И в структуре этого добавочного труда, который он присвоил у наемного работника, уже сидит его прибыль, которую он себе заберет в карман. И, сидят на, зарплаты этого сотрудника, и сидят, и сидят налоги на эту зарплату. Потому что если бы не было сотрудника, который создал продукт, то, соответственно, не было бы никаких, никакой зарплаты, никаких налогов. Да, предприниматель, он дает свою идею, он там развивает бизнес, но все равно без потребителей, которые покупают товары и платят косвенные налоги, НДС, экцизы, без наемных сотрудников, которые этот продукт или услугу создают, Никакого бизнеса не было, поэтому на Западе уже давно четко разделили эти понятия. Вот на Западе эта дискуссия она очень простая. Там никто никогда не будет в Америке относить налоги на труд к налогам, которые платит бизнес. Это не это не налоги бизнеса, это налоги обычного гражданина. У нас просто взяли и смешали все под У нас все в кучу сбросили и сделали сделали предпринимателя налоговым агентом. То есть предприниматель, он удерживает и косвенные налоги НДС, а он же фактически по НДС он обычный транзитер, да? То есть он взял, он в цене товара взял этот НДС, если у него нет налогового кредита, вот этот НДС перечислил государству. Но у нас бизнес еще умудряется налоги, которые он э, должен э, вот это государству, оптимизировать. оптимизировать. То есть тот НДС, который он взял у покупателя, через какую-то налоговую схему он берет и просто скручивает, свинчивает, и государство этот НДС не, не передает. Но у, у, у человека-то он этот НДС взял, правильно? Но он же как бы доверенный лицо в данном случае просто действует. И вот ты, допустим, я предприниматель, я тебе продал э, за... Он чашку чашку кофе за 60 гривен, да? Значит, э, там сидит уже 10 гривен НДС. Значит, я... Э, это 10 гривен, это ты просто ты поручил мне побежать в банк и заплатить эти 10, 10 гривен государству. А я говорю, нет, я сейчас э, перечислю за ко э, кофейные зерна на какую-то компанию, на самом деле, которая мне эти зерна не продаст. Накручу себе налоговый кредит. І ті десять гривень себе допомітня в карман, Ну я ж тобі не продав кофе за 50 гривень. Я його за шістдесят Да, але з мене те ти... оту да. і це дуже класна теза, коли ми говоримо про, про обов'язкову фіскалізацію в Україні. <клес> Мені здається, що це класне пояснення, чому держава має бачити що бізнесмен продає і кому продає. Абсолютно верно. И смотри, получается, что больше триллиона гривен платят обычные украинцы. То есть бизнес реально платит этот налог на прибыль, то есть это порядка 200 миллиардов гривен в год. И ренту за добычу природных ресурсов это порядка 40 там, миллиардов гривен. И плюс еще несколько миллиардов это налог на имущество, на активы. У нас, кстати, налог на имущество на активы так и не заработал, потому что он не привязан, стоимость активов не привязана к рыночной стоимости. И, соответственно, а человек за трехкомнатную на Борщаговке платит примерно столько же, сколько и человек за трехкомнатную в центре э, Киева. То есть, простыми словами, в нас почти все податки платят простые украинцы. Платят обычные пересеченные да. граждане, которые сомленно ходят на работу, которые получают зарплату. Они просто не чувствуют этой цены государства. Теперь переходим к самому важному. Если Я считаю, что у нас нужно ввести в стране самостоятельную плату налогов. И делать это раз в году. То есть, по итогам года, то есть, работодатель выплачивает мне зарплату грязными. Он не имеет никакого отношения к моим налогам. Я получил эту зарплату грязными, и э, я по итогам года показываю государству, сколько я получил доходов. Но, как во всех цивилизованных странах, государство дает мне право на широкий налоговый вычет. То есть, например, я заплатил э, в прошлом году за обучение детей. Я это из налогов вычитаю. Я заплатил за ипотеку, проценты и погашение кредита. Я эту, эту сумму вычитаю. Я заплатил за медицинскую страховку. Там, я эту сумму вычитаю. То есть я показывал старцу, вот я должен был заплатить, допустим, там, 50 тысяч гривен налогов за год, но я потратил там, 10 тысяч на ипотеку, на ипотеку или там, 5 тысяч или там, 20 тысяч на обучение детей. Вот потратил на медицинскую страховку. У меня осталось 15 тысяч гривен. Вот я государство почу эти 15 тысяч гривен. Слушай, это готова податковая реформа? Готова под... налоговая реформа. Да, естественно, придется перестраивать доходы местных бюджетов, потому что они привыкли, что ритмично каждый месяц работодателями перечисляют эти налоги. Это придется собирать раз в году, и потом эти деньги, естественно, как бы в течение уже следующего года рационально тратить. Но без этой реформы мы никогда не подойдем к самому важному вопросу вообще нашей экономической и политической жизни. Человек должен почувствовать на своем кошельке цену государства. Потому что вот то, что ты рассказал, когда человек это все посчитает, но увидит это в квитанциях, которые он заплатил в банке там, или э, со, своего, со своего мобильного телефона, он просто сначала у простого крыса станут волосы дыбом. То есть он поймет вообще, насколько дорого стоит для него это государство. А после того, как у него станут волосы дыбом, он начнет очень рационально относиться к своим налогам. Он начнет высчитывать э, налоговые вычеты он начнет отнимать то, что он тратит на ипотеку, на обучение, то есть он начнет этим заниматься, а следующая стадия, он начнет уже рационально оценивать политиков и то, что они говорят, и он уже никогда не будет голосовать по приколу. То есть за свои деньги ты по приколу голосовать не будешь. По приколу ты голосуешь, это когда ты думаешь, что какой-то дядя за это все заплатит. Но последствия потом-то на всех распространяются. Поэтому это одна из самых фундаментальных реформ а, а, раскрепостить общество, потому что у нас сейчас общество это трудовое крепостничество или трудовое рабство. Человек не знает вообще ни своих трудовых прав, ни сколько он зарабатывает реально, а, а, реально зарплату грязными, да, то есть он видит только то, что ему дают на руки. Он не знает, сколько он платит налогов, он не знает, во сколько обходится цена государства, сколько стоят политики. Ему постоянно вешают в на уши, что бизнес платит огромные налоги и надо бизнесу давать льготы. Поэтому э, нужно э, максимально снижать. Э, Во-первых, нужно раскрепостить украинцев, то есть дать им вот это право самостоятельно платить налоги, и второе, самое главное, это нужно кардинально снизить налоги на труд, потому что мы должны понимать, что в условиях войны и после военной разрухи самое сложное в бизнесе будет – это создавать новые рабочие места, и, соответственно, там, где новые рабочие места создаются, нужно максимально э, снижать налоги на труд. И снижение налога, налогов на труд, это автоматически приведет к тому, что у, увеличится зарплата, которую люди будут получать на руки чистыми. По, а увеличение зарплаты, это увеличение доходов, это увеличение платежеспособного спроса. И, соответственно, этот платежеспособный спрос станет драйвером роста экономики, а, роста производства товаров и услуг. Это своеобразная циркуляционная модель, которая запустит наше послевоенное восстановление. А когда говорят бизнесу снижать налоги, я всегда спрашиваю, вот, когда мы все это отним, отняли, да, налоги на труд, акцизы, НДС. Я говорю, какой налог на, для бизнеса будем снижать? Налог на прибыль, который практически не платится и полностью оптимизируется. у нас ну не саме смішно у нас нікотре люди зараз хочуть знизити наук на прибыль для бізнесу до 10% От перед тим як почнемо про це говорити, друзі, я хочу вас попросити, якщо ви згодні з тим, що пропонує Олексій. Прокоментуйте, будь ласка, відео, обов'язково поставте лайк, щоб а, цю концепцію якомога більше людей почула, побачили і долучились до обговорення, тому що ну те, що як на мене, те, що ми зараз чуємо, це і є справжня, проста, зрозуміла концепція. Майбутнього економічної а, складової нашої країни ну просто зрозуміло. Ти отримуєш гроші, ти сплачуєш податки, ти диктуєш правила політикам. Ти від них вимагає да, абсолютно вірно. Давай тепер э, рухатись далі, поговоримо про те, а що пропонується сьогодні. Ми багато чуємо про концепцію 10-10-10, що мовляв, потрібно знизити податки, знизити ПДВ. Це те про що ти говориш, чи це трохи інша концепція про яку... ета інша друга концепція. Вона мені не подобається вже по, по, по своєму названню. Знаєш, нагадує таке, як как би бы, все по 10-10. Балашовщина, так. давай да, на, да, на, 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 да, да. своим Ну да, вот типичная да, такая Балашовщина. А, на самом деле, вот это за этим упрощением всегда стоят читок частные интересы. Вот а мы с тобой подошли к на, на налогу на прибыль для бизнеса: что такое снижение налога на, на прибыль до 10%? То есть мы уже определили, что бизнес практически налог на прибыль не платит. А, всего 200 миллиардов времени в год а, платят в основном государственные компании, крупные иностранные компании, которые привыкли платить налоги на прибыль. Снижение до 10% в этой истории это получается вот этот микро- или мизерный взнос бизнеса в общую казну и уменьшить еще больше. И это главное, самое главное, что это абсолютно бессмысленная идея. Объясню почему. Заплатив налоги на прибыль, бизнес выводит капитал из страны. То есть, вот я посчитал: если взять платежный баланс и посмотреть, сколько бизнес выводил денег из Украины, то за с 2010 года бизнес вывел порядка 180 миллиардов долларов. То есть вы можете представить, какая сумма вообще вышла из экономики страны. Естественно, дефицит, который у нас образовался, дефицит денег, мы чем покрывали? Кредитами, кредитами МВФ. При этом население, которое работало за границей, за этот же период перечислило в страну порядка 150 миллиардов гривен. То есть вот эта вся система, которая у нас существует, она э, основывается на том, что бизнес выводит деньги из страны, а население вводит деньги в страну. Слушай, я, я не знаю, вот я, готовясь до эфиру, я себе прописываю какие-то там темы, шукаю интересные вопросы, читаю статьи, потом ты начинаешь говорить совсем про інше, совсем по-иншему, и все выявляется не так, как я готовался. Ну, ты руинуешь света. Я называю вот эту ситуацию, которую я тебе описал, ситуация, когда политические элиты зарабатывают здесь, а тратят там, а население зарабатывает там, а тратит здесь. И вот это, знаешь, как лошадь Мюнхгаузена, которую разрубили пополам, и вот она пьет, из нее выливается, она пьет, из нее выливается, она напиться не может. Так и наша экономика, она не может напиться, потому что население работает за границей и гонит деньги в Украину, а бизнес зарабатывает в Украине и гонит деньги за границу. Ну, на встречных курсах экономика, ну, вот в этой модели тени толкая, вот такой, знаешь, или какой-то вот ты лошади Минхаузена, ну, мы никогда эффективную экономику не построим. Потому что все время будет выливаться столько же, сколько вливается. Вот и все. Поэтому в этих условиях... Вот, кстати, перед войной бизнес, по-моему, вообще там рекордная сумма, порядка 18 миллиардов долларов в 2021 году была выведена из Украины. А, естественно, у виводу капіталу, є свої причини. У мене, мене є просте примітивне питання. No. Да, люди постійно чують, і я думаю, що це всіх цікавить. Люди постійно чують, що бізнес отримує відшкодування ПДВ. Там держава щось блокує, сплачений бізнесом з податок виявляється, можна отримати назад. А чому я, як звичайний громадянин? Коли сплатив в магазині цей ПДВ 20%, А чому я не можу пред'явити державі і попросити, а поверніть тепер мені особисто ці 20%? А тому що тоді ти не будеш конічним потребителем і конічним цього автомолога. Тому що система зациклена на тобі. Якого бізнесу я його маю платити? Ти зараз бачиш, так <гадж>, треба заблокувати? Ну почекаю, я хочу розібрати я думаю, мене підтримують 20% до кожного товару. Да. Додається, і їх маю сплачувати я. а бизнес, когда платит 20%, он mm -hmm. может прийти в податково и сказать, я сплатил на миллион гривен ПДВ, поверните мне, будь ласка, и если там твои документы ок, то держава тебе повертает. А я что? А я? А, ты подошел к очень правильному вопросу. Ты как раз четко показал, на, на, ком зациклена система взимания этих денег. То есть вот эта вся цепочка, которая выстраивается, новая цепочка, она вся зацикливается на обычном украинце, который является источником из которого выдавливают эти налоги, и потом они по этой цепочке идут вверх, и НДС превращается в... Этот... И в... на каждом поверхности, пока они идут да. в гору, их потихоньку раскрывают. Да, и а, вот этот общак огромный, который называется НДС, он формируется вот нами с тобой, за счет того, что мы покупаем магазины. Мы не можем на кассе сказать, мы блокируем налоговую накладную на 20% на свой чек, возвращайте нам с моей покупки шестую часть денег наличными, да? кэшбэк такой делайте, мы не можем этого сказать, у нас просто забрали это и все, но в, в чеке нам показали 20% НДС, а каждый может э, собрать свои чеки за месяц, которые он получает в супермаркете, посмотреть и посчитать сумму, которая ему обходится. Поэтому что делают в ну, таких вот э, странах, где э, проводят более-менее разумную политику? Ну, во-первых, на социальные товары вводят э, пониженный НДС, на некоторые э, социальные э, услуги, ну, например, там тарифы, электроэнергия, газ могут вводить вообще нулевой, нулевую ставку НДС на социальные товары, такие как хлеб, например, подсолнечное масло, там, яйца, вводят пониженную ставку, например, в Польше, там, 5%, 8%, 9%. То есть, чтобы за счет этого стимулировать потребление социальных товаров, чтобы они в цене были меньше. И самое главное, можно вводить возмещение ДС для населения, как ты говоришь, на некоторые так называемые инвестиционные товары. Ну, допустим, ты запускаешь какие-то программы машиностроения в стране, и, которые выпускают какую-то продукцию длительного пользования, например, те же там стиральные машины там, отечественного производства. Ты говоришь, что э, мы возместим там НДС на простому покупателю, возместим НДС, если он купит стиральную машину от отечественного производителя. И тогда таким образом тоже государство работает, ну, как стимул, получается, покупать, покупать свое. Но этого у нас никто не делает. У нас нет дифференциальной ставки НДС, вот этой вот а У нас, выходит, 20%, когда бабуся купует пляжку да. молока и хлебину, да. и 20%, когда людина купует Мерседес. Да, абсолютно верно. Возвращаясь, вот просто я хочу закончить вот с этими 10%. Процентами. Да. На да. Да. 10%, -10 До, налог куда? на прибыль. То есть, э, вывода капитала бизнеса есть свои объективные причины. Это там рейдерские атаки, административное давление бизнеса, то, что могут отжать, забрать, и так далее. То есть это все понятно. Но. Значит, сначала нужно решать все эти проблемы с судами, с коррупцией, с рейдерами, а потом уже э, стимулировать, э, э, как бы э, сни снижать налог на прибыль. Почему этого нельзя делать сейчас? Это означает, что, допустим, бизнес выводил 18 миллиардов долларов, а если ты снизишь ему налог на прибыль, он будет выводить 25 миллиардов долларов. Вот и все. То есть для, для экономики ты просто простимулируешь. За счет налоговой льготы простимулируешь более интенсивный вывод капитала из страны. То есть будет больше оставаться денег, которые можно вывести за границу, не заплатив налоги. Что бы я делал в данном случае? Ну, естественно, решая вот эти все проблемы с уничтожением рейдерства, судебная реформа, ликвидация административного давления со стороны власти, я бы вводил для бизнеса максимально, широкие, максимально широкое право на налоговый вычет. То есть есть прибыль до налогообложения, есть прибыль после налогообложения. Вот прибыль до налогообложения я бы разрешал из этой прибыли, а, за счет этой прибыли финансировать а, научно-исследовательские, конструкторские работы, а, покупку инноваций, покупку каких-то патентов, нематериальных активов. То есть а, стимули... вот у бизнеса получил прибыль 100 миллионов гривен, например, да? И мы говорим, а, ты можешь из этой прибыли профинансировать любые научные и конструкторские работы люб, и купить любые инновации и не заплатив налоги. Он берет, платит, допустим, 80 миллионов рублей тратит на научные исследования, у него остается от этих 100 миллионов 20 миллионов, и уже налог на прибыль начисляется вот на эти 20 миллионов, но по полной ставке. Это будет стимулировать инновационную трансформацию экономики и будет стимулировать капитальные инвестиции внутри страны. То есть это будет стимулировать модернизацию основных средств, переоснащение и так далее. Кстати, на Западе вот этот модель налоговычета, она создала компанию ⁇ Маска ⁇ потому что ему дали широкое право вычета. Он начал просто финансировать огромное количество научных исследований, и так появились вот эти все его как бы, ряд товаров, которые производит его корпорация. У него были, конечно, там и неудачные какие-то там идеи, но из десяти неудачных одна удачная, которая потом выстреливает. То есть, нам нужно двигаться по этому пути. Теперь, что касается НДС, 10% то, что предлагается снизить. Ты тут абсолютно правильно сказал. 20 общую ставку берем, НДС. Бабушка, которая покупает батон, и человек, который покупает, например, саболиную шубу, или покупает бриллианты, или покупает, идет в Киевский пассаж, какой-то там престижный магазин, покупает бутиковые какие-то вещи. А почему там должна быть льготная ставка НДС на допустим 10%. Почему там не должна быть наоборот ставка 30%, 40% НДС? Це Это же налог на конечное потребление. Значит, если это избыточное потребление, потребление розкоши, значит, это должна быть и избыточная ставка на є відповідь, тому що те люди, які приймають рішення а -а -а. стосовно введення підвищеної ставки на лакшери товари, вони здебільшого и є покупцями цих лакшери товар. Но это то, что ты рассказываешь, это называется институциональная ловушка. Когда-то был такой экономист Полторович, он ее описывал, он говорил, что проблема борьбы с коррупцией, вообще вот, проблема налогов, это а, проблема а, связана с тем, что должны голосовать в парламенте те люди, которые, получается, голосуют против себя. Это как себе отрезать палец или отрезать руку, то есть это, это уже такой попахивает политическим а, таким мазохизмом. Да? То есть они должны себе больно делать. Они же хотят себе приятно делать, а им нужно, чтобы они себе больно сделали. Но, тем не менее, во всех, например, странах, где пытаются выровнять уровень неравенства в обществе, есть прогрессивная ставка подоходного налога. вот, куда ни посмотри, во всех цивилизованных странах эта прогрессивная ставка, она существует. Только там в африканских каких-то странах и некоторых азиатских вот плоская. Да, да, совершенно верно. То есть, не одна ставка дохода, там, как у нас 18%, на любые доходы. А ставка, она имеет 3-4 ступени, 3-4 ступенчатая, 5 ступенчатая. И это абсолютно верно, потому что с помощью прогрессивной ставки подоходного нового выравнивается, хотя бы минимально выравнивается неравенство в обществе. Опять же, почему уборщица, допустим, в супермаркете получает там, 8 тысяч гривен или 10 тысяч гривен зарплаты? Она должна платить 18%, да? Хотя для нее эти 18% имеют принципиальное значение, потому что за эти деньги она может купить себе там, лишний пакет молока или лишний килограмм там, мяса или там, десяток яиц. А, почему такая же ставка должна быть, например, для условного Коболева, который получает, там, я не знаю, сколько у него эти бонусы были, там, 100 миллионов, по-моему, да? Ну, да, да. Да, ну какая-то астрономическая сумма. Почему он должен платить? Я натормаю такие суммы. Ну, я вот тоже. Я... я их не могу себе <свят> Да, да. <свят> Они не помещаются. Вот у меня там 5, 10, 20 да. тысяч гривен, это такая да. потужная сумма, да? да? А, а вот там 100 миллионов для... Да, банок. ну... Пусть там 100 или 10 миллионов. Почему это должно, должна такая же ставка подоходного налогу применяться к его доходам? Там должна быть совершенно другая ставка. Там должно быть 30-40% нужно государству этой суммы отдавать. И э, знаешь, как вот золотой стандарт социальной политики заключается в том, что реальный прожиточный минимум, он должен равняться э, минимальной зарплате, это же должно равняться минимальной пенсии, и э, эта же сумма должна равняться э, необлагаемому минимуму дохода граждан. То есть, условно говоря, если у нас вот, реальный прожиточный минимум, например, 6 тысяч гривен да, или там, 7 тысяч гривен, Значит, примерно такая же должна быть минимальная зарплата, такая же должна быть минимальная пенсия, и такой же должен быть необлагаемый минимум доходов граждан. А знаешь, сколько у нас необлагаемый минимум доходов граждан? 17 гривен. Но це з нього йде там, штрафів, ну, это с него идет разрахунок, там, якихось, там... Ну, все, ну, каждый год устанавливают так называемый социальный размер а, так, а не слагаемого... меньше 17 гривен, ты не будешь сплачивать никаких податков. Да, это... Толь, э, только на 16 гривнах ты можешь уйти на с радаров государственной <laughs> налоговой да. службы, да. Ну, мы смеемся, но... ты на 18 да. гривну, ты уже попадаешь ты уже, на это по, радар. По, ты уже потрапляешь да. на, на сплату, да. там, 41% плюс да. ПДВ. Да, плюс ПДВ, <laughs> да, плюс, плюс акциз. Но, естественно, э, каждый год они устанавливают так называемую социальную льготу, то есть они с точки зрения налогообложения чуть-чуть повышает эту сумму. Но ну, на этот год, по-моему, там около 2000 гривен. Это необлагаемый минимум. Но все равно это мизерные деньги. Вот моя мысль, что минимальная зарплата, она не должна облагаться налогами. Но ну, это так во многих странах. Ну, это абсурд с минимальной зарплаты. Потому что минимальная зарплата, это называется минимум, на котором можно прожить. Как можно с минимума, на котором можно прожить, как с этого минимума можно брать налоги? Но это же абсурд, ты же, получается, берешь налоги с того, ниже чего уже не может быть, да? Ну, так для меня абсурд, даже сплата ПДВ в магазине, когда я уже сплатил 40% податков из заработной платни, а, и еще в магазине доплачу еще 20%. А как общак на 150 миллиардов гривен набрать тогда для 10-20... Сука, а кого мы должны запросить до нашей разговора третьим представителей государства, чтобы об этом говорить, почему не вкладывается подобная система? Да, кого угодно можно пригласить. Но просто возвращаясь вот к этому прогрессивному подоходному новому, ну, таким образом, минимальная минимальна зарплата равна минимальной пенсии, равна прожиточному минимуму, равна необлагаемому минимуму дохода граждан. Да? Соответственно, с этих денег мы на налоги не берем. Это, это тот минимум, на который человек должен прожить. То есть это пенсия, минимальная пенсия, минимальная зарплата. Это тот минимум, с которого налоги и брать нельзя. И это же является как бы реальным каким-то прожиточным критерием. Теперь дальше. С, то, что выше, можно брать базовую ставку подоходную. Ну, например, там, если мы говорим о снижении, там те же там, 10%, например, да, можно брать базовую ставку. А вот то, что идет, например, выше 100 тысяч гривен, уже повышенная, например, ставка, там, например, в два раза, там 20%, там, или, а то, что выше 500 тысяч гривен, уже 30%, процентов, выше миллиона 40. То есть хотя бы вот такие ступени це логично, установить. это да. нормально, и это справедливо. На да, самое главное, что это справедливо. Да. То есть бабуся, которая получает 6 тысяч гривен пенсии, вона не должна сплачивать. Ну да, условный, условный Коболев, который заплатил бы со своих э, премий 40% государству, но у него, не может быть, там, э, в доме, который он там где-то купил, э, было бы не 15 спален, а 12 спален, и не там не 5 ванн, а там 3 ванны. Да? Но, то есть чуть-чуть скромнее было бы дом. Но самое главное, что это же не отразилось бы на его физиологическом выживание как человека. Вот у бабушки, которая забирает там на уборщицу в супермаркете, это отражается на физиологическом, ну, как бы возможностях физиологического выживания, потому что они могут купить себе лишнее лекарство, лишнюю еду, а, а, а те доходы, которые выше каких-то уже определенных уровней, ну, как бы там есть пространство для того, чтобы платить больше. И, и в этом нет никакого популизма, потому что у нас любят так. Вот когда ты начинаешь рассказывать эти, эти модели, говорят, это популизм. Или это социализм. Хотя на самом деле при, при социализме не было никаких этих шкал, там там все было намного проще. Но эта модель, там трех-четырехступенчатая модель прогрессивного нового, она есть во всех либеральных капиталистических странах, которые ничего общего не имеют ни с популизмом, ни с социализмом. Я уверен, что наш эфир точно посмотрят экономисты, которые работают в, в государственных структурах, при власти. Друзі, хто не згоден з моделлю Олексія, будь ласка, ми запрошуємо вас на ефір сядете третім членом нашої команди. Ми обговоримо вашу позицію, якщо ви не згодні, якщо у вас є аргументи проти, тому що я на своєму рівні розуміння мені здається, що все просто, зрозуміло, логічно, справедливо, і саме отак має виглядати податкова реформа і зміни в країні. А вот какие налоги действительно нужно было бы повышать, так это аренда э, на добычу природных ресурсов. Э, потому что там э, не должно быть такой ситуации, когда частный бизнес забирается 99% доходов, а государство там 1% отдает. Там должны быть э, доходы, должны делиться как минимум на паритетных началах, там 50 на 50, это как минимум. Я помню чудовые истории за часы Порошенко, когда, э, которые разверталась навколо нашей э, Добутку газу, коли Укргазвидобування починало розробку якихось там скважин да, перспективних, в якийсь момент зупиняло розробку її і говорило, в нас завершились гроші на розробку цієї скважини. А тоді з'являлась з'являлася поруч якась приватна компанія, яка говорила: давайте підпишемо з вами договір і створимо спільну компанію СПшку, а, і ми завершимо видобуток розробку цієї скважини, будемо разом добувати газ, але продавати його будемо ми, а вам будемо сплачувати частину від нашого прибутку. Uh -huh. І державна укрга з підписувала такі підписувала такі договори та, і фактично тим від, а, цим самим віддавала в приватні руки видобуток. нашего газа. То есть, держава сделала 90% разработки скважины а, и на финальном этапе віддавала ее в, в приватные руки. Ну, что вполне логично в этой системе. И, и все. А потом питають, а где же украинский газ? Так украинский газ вот под, землей, а фактически вы добываете его приватные компании. Причем мы не знаем, на, самом деле, сколько реально добывается газа. Да, это очень крутая история. Я когда-то розклав ее, когда до меня попали документы, что у нас на В, в об'єми газу, які ми видобуваємо, він фактично він фіктивний на папері. Тобто, реально ніхто навіть не відслідковує, скільки ми його О. видобуваємо, і його рахують від кінця. Його рахують від е, укртрансгазу, скільки е, вони передали в загальну систему, і потім розкидують ці цифри на папері е, по скважинам да. і заводам, які його там, начебто, виробляють. Це Довга історія не для цього, да. але це факт. Ну, тема інтересна, як стаття ряда. Слухай, я планував кілька тем, але я думаю, що одному точно відкламо на наступний ефір. А, хотів поговорити про А, наші борги України Це треба, да, это... давай це на наступний ефір залишимо. Обшир, обширна тема її можна дуже добре розложити з всіх сторон. От ми так проанонсуємо mm -hmm. на наступ на наступний раз, друзі. Тому, будь ласка, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити цікаву розмову про те, скільки Україна винна грошей, як ми їх будемо повертати, і чи взагалі хтось розраховує, що ми зможемо їх повернути? Як земля колхозу, можна сказати. Про це будемо в наступний ефір говорити. А зараз я ще хочу запитати тебе на останок. Ми багато чуємо про те, що. Международные партнеры не дают нам возможности проводить податкові реформы, и МВФ начебто блокует Европейский Союз, когда выделяют нам гарантовые гроші они говорят, ні в якому разі мы не имеем права змінювати нашу податкову систему. Насколько это правда? А, знаешь, это опять-таки и правда, и неправда одновременно, потому что правда заключается в том, что действительно многие Требования, которые касаются там сворачивания тех или иных налоговых реформ, они действительно, действительно исходят от МВФ. Но а, а, тут очень опасно поверхностно просто оценивать а, эту позицию наших кредиторов. Почему? Потому что, смотри, я часто когда-то еще давно участвовал в таких вот переговорах, которые были, это еще во времена Ющенко. И а, я могу тебе сказать из своего опыта, что они всегда хотят увидеть, увидеть некий встречный план, реалистичный план, в который они смогут, исходя из своего аппарата мышления, аппарата анализа, смогут его проверить на как бы достоверность. То есть простыми словами, например, ты даешь кредит своему соседу. Это я просто на такой микроуровень приведу, чтобы всем было понятно. И он, допустим, просит у тебя о какой-то отсрочке или, допустим, о снижении процентов, которые он тебе платит. И он говорит: смотри, я эти деньги, вот, которые сэкономлю, я куплю себе трактор, я вот, вот, вот это поле, которое рядом, я его как бы спашу, посею, там что-то, потом продам этот урожай, И ты смотришь действительно реалистичный план, ты говоришь, хорошо, я согласен. А другой стороны, другой, другой человек, например, тоже говорит: можешь дать мне срочку, а я хочу купить себе плазменный телевизор, какой-то супер навороченный музыкальный центр, коллекцию раритетных пластинок, и вот мы, мы... и барабанную установку, и вот барабанную музыкант. установку, да, и, и гитару, на которой там это Джим Хендрикс, который сжигал, да. И, и, и ты на него смотришь и говоришь: а почему это должно быть за мои деньги? Вот примерно такая же ситуация переговоров Украины с нашими международными партнерами. То есть э, им говорят, дайте нам возможность провести новую реформу. Они говорят, а хорошо, что вы будете делать с этими, ну, с экономленными деньгами? Они а говорят, ну мы построим вот, да, вот эту дорогу, например, здесь вот, тут вот, вот тут видите асфальт, а вот тут вот мы заменим это все плиткой, поставим столбики из нержавеющей стали. Ну, вот отсюда у них и такое э, э, изначально скептическое отношение. То есть они понимают, что любые налоговые льготы, которые они нам позволят провести за их счет, потому что это же за их счет будут проводиться налоговые льготы, Uh, они, эти все, эти, эффект от этих новых льгот, он будет просто неэффективно, непродуктивно потрачен. То есть они не против податковой реформы, Абсолютно верно. змін, зменшення да. податков, реструктуризации, да. того, про что ты говоришь. Да. Они говорят, дайте конкретный план и понимание того, как это будет реализовываться, сколько вы будете собирать деньги, как они будут вытрачаться, и да. ваша модель развития. Да, а, 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 вот ключевое это модель развития. Покажите нам эту модель развития. Это похожая ситуация была, как когда-то в Южной Корее, после Второй мировой войны, я часто рассказываю в своих передачах, там очень похожая ситуация на нашу, потому что страна тоже находилась как в долгом колониальной зависимости от Японии. Страна имела аграрную специализацию. После войны, которая проходила между Северной и Южной Кореей, она находилась в руине, лежала в руинах, все было разрушено. Основная промышленность, кстати говоря, осталась на Севере, там Сеул. Столицу Южной Кореи, три раза переходил из рук в руки, и соответственно, тоже был практически полностью разрушен. И э, там примерно такая такая же ситуация была. Была американо-корейская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая говорила корейцам, вот ваша специализация это экспорт аграрного сырья, вот вы экспортируете там муку, экспортируете э, сахар, экспортируете рис. И у вас еще вот есть запасы здесь никеля, молибдена, вольфрама. И вот эту вот руду экспортируете, и все, больше вы ничем заниматься не можете. Ну и, соответственно, там я читал аналитику про как раз ту ситуацию, которая у них была. 30% женского населения Южной Кореи было вовлечено в проституцию, связанную с американским континентом, который там размещался. Ну, то есть страна была в абсолютной разрухе. Кстати говоря, вот у нас сейчас говорят, тут вот корейцы, они же такие трудолюбивые. Я читаю там записки некоторых японцев о корейцах. Они пишут, что корейцы это самые ленивые люди в мире, которые проигрывают деньги в карты и пробивают. То есть, ну, то, то есть такое отношение было. То есть эти, вот эти стереотипы о том, что кто-то трудолюбивый, кто-то трудолюбивый это не более чем стереотипы. Украинец, например, нам говорят, украинец никогда не будет работать как кореец, да, южный кореец. Но это тоже абсолютно неверно, потому что когда украинец попадает в Европу, и он видит цель, хотел сказать, ради да. чего он работает, то есть он понимает, что он проработает 5 лет, он купит квартиру, допустим, или построит дом. Или сможет оплатить обучение детям. То есть у него есть эта цель. Он будет пахать по 12-14 по часов в сутки, то есть он будет работать на самых тяжелых работах. А если ему еще и дома это дать возможность зарабатывать, то он будет работать, не покладая рук. Вот по... у, меня, у меня друг много лет назад поехал в Соединенные Штатов, приехал жить. И он так и говорит, что как бы я так працював в Украине, я да. быть, жив бы так само, как я зараз живу в Штатах. Ну, в Украине наверняка не было бы таких возможностей. Ну, да, ну Поэтому просто не было вот этого встречного плана со стороны корейцев. И, соответственно, американцы им разрабатывали, знаешь, как с их точки зрения, в их логике, самые простые варианты. А, а простой вариант это какой? Максимальное сокращение внутренних дефицитов, а для этого нам нужно все порезать, все затраты, все порезать. И максимальное упрощение экономической системы, чтобы вот было просто и управлять. Она тогда становится, знаешь, стабильная, как... Как заспиртованный э, уродец в Кунцкамере вот, в Кобе такой лежит. Вот, в принципе, вот такая экономика, она такая, экономика уродец в заспиртованной колбе. Но она зато не, не динамичная, не, не, не опасная. То есть она не выйдет из-под контроля. Но в Корее появился Пак Чунхи. Ну, вот хи вот, Абсолютно верно. А, но в Корее появился Пак Чунхи, который а, отец корейского экономического чуда, президент этой страны. А, и он предложил американцам ре, вот тот самый реалистичный план модернизации страны. Он создал э, совет по модернизации и реконструкции Кореи о, при президенте. То есть там не правительство отвечало, вот именно этот совет за разработку этой стратегии. И вот этот совет по модернизации и реконструкции Кореи показал американцам этот план. Американцы сказали: хорошо. То есть они не, не отказали корейцам, то есть они, они наоборот, они под этот корейский план раскрыли свой внутренний рынок и отдали корейцам огромную часть своего рынка автомобилестроения, авто угробив параллельно там, как когда-то они для японцев открыли, для немцев, точно так же они для корейцев открыли свой рынок, угробив в Детройте свое автомобилестроение. То есть они даже пошли на раскрытие своего рынка для того, чтобы корейцы могли продавать на американском рынке свои товары. То есть -то вид готовы нам допомагать, да. даже покажите реальный план. Покажите реальный план, потому что когда привозят, я же, я же читал наши планы, помнишь этот план на 240 миллиардов долларов, который еще до войны был? И уже сколько было таких планов? Да, ну, до войны был какой-то тоже план, 240 миллиардов долларов. Возили, по-моему, я уже не помню куда, в Америку, да, в Америку же его возили, попрезентовали там, там, там вот порядка 240 миллиардов долларов разрабатывали наши... Тут известные экономисты... Это которые... Это заработать, чи вкрасть, чи что? Это получить. получить, да. Известные экономисты, которые у нас тут считаются такими гуру экономики, вот они разработали этот план, и его до войны повезли в Америку. Я просто читал, и у меня, знаешь, как я просто представлял состояние американцев. Там, например, было там, э, финансирование э, полета на Луну, там какого-то космического аппарата, который Украина может ну, сделать. Не летите, что? Ну что, налетит, это же космическая держава, это Укра... Украина же нужна американцев вернуть на Луну, они же прекратили свою лунную программу, значит, мы же можем помочь, можем. Или, например, замена освещения на улицах. То есть вот, 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 вот под такие программы, вот когда такое привозят, это я все время в передачах говорю, когда Лугану оказывается Гуану, да, ну, вот примерно та же, та же история. Поэтому, когда вот такой привезут, ну, они один раз посмотрят, второй раз посмотрят, ну скажут, третий раз лучше не приезжать. Это же не стратегичные проекты, не стратегичные да, цели. Это, это точковые, локальные. Да, опыты. и самое главное то, что ты сказал, нет модели. Вот модель это все, что это связывает в единую систему, как будет развиваться экономика. Дякую дуже, Олексій. Дуже крута розмова, друзі. Сподіваюся, що і впевнений, що цей ефір точно мають подивитися якомога більше людей. А ну а наступного разу поговоримо про те, як ми вже проносували, скільки скільки, да, скільки ми винні і чи реально це повернути. Друзі, ще раз дякую, дякую тобі, Олексію. До зустрічі на наступної неділі дочекатися цього ефіру буде теж дуже цікаво. Дякую.